матери. Это прекрасный незабываемый день. В честь этого дня мы задали вопрос ученикам: а что значит для них слово «мама»? И вот что они на это ответили. Мама – это человек, который дороже золота, всех богатств и бриллиантов, потому что она самый прекрасный человек на свете. Мама – это радость, поддержка и самый любимый человек, которого я люблю. Мама для меня самый дорогой человек в мире. Я могу на нее положиться. Мама всегда поможет. Мама – это слово, которое лечит, успокаивает, помогает, передает нежность, любовь, красоту и тепло. Я тебя люблю, мама. Для меня слово «мама» значит очень многое. Она всегда поддержит, всегда придет в трудную минуту. Для меня мама – это самый близкий человек. Мама – это радость, счастье, добрый человек, который может помочь любую минуту, поддержать тогда, когда поддержка необходима. Мама – это самый любимый человек на планете. Она всегда поддержит и поймет меня. Мама – самый важный человек в моей жизни. Я могу ей довериться и рассказать все секреты. Мама для меня – это нечто большее. Она всегда рада мне и всегда поможет в трудную минуту. Мама для меня – самый дорогой и любимый человек. Она всегда поддержит, поймет и простит. Мама – для меня самое главное в моей жизни. От нее можно всегда почуять поддержку и добро. Для меня мама – это самый дорогой и близкий человек. Я ей могу доверить все свои тайны. Мама – это мой самый близкий и любимый человек. Она меня всегда поддержит в трудную минуту. Я люблю тебя, мама. Для меня мама – это забота и любовь. Человек, который всегда сможет выслушать и поддержать. Мама – лучший в моей жизни человек. Она всегда может уделить мне время и помочь в нужной ситуации. Мама – это самый любимый человек на свете. Она готова помочь мне в любую минуту. Спасибо, мама. Я тебя люблю. Мама – это самое дорогое слово для меня. Мама – ей можно доверить все свои тайны и секреты. Когда говоришь «мама», ты сразу представляешь нежную улыбку и добрый взгляд, который согреет и утешит тебя в трудную минуту. Я благодарна маме за все, что она мне сделала. Мама – это тот человек, который всегда поддерживает в тяжелую минуту. Мама – это самый любимый и преданный человек. И когда обратишься к ней в трудную минуту, она всегда тебе поможет. Мама – это самый любимый и дорогой человек. Она тебя поддержит, если тебе станет плохо. Мама – это слово так много значит. Мама несет надежду, заботу, любовь. Когда говоришь слово «мама», у всех в голове представление своего ангела, своей мамы. Для меня мама значит все. Она у меня единственная, и никто ее не может заменить. Я люблю тебя, мама! Для меня мама означает очень много. С мамой можно проводить года и даже всю жизнь. С мамой становится сразу хорошо. Мама для меня самый лучший человек. Дорогие наши мамы, поздравляю вас с наступающим Днем Матери! Спасибо вам за все! Мы вас очень любим! Ну и конечно же мы желаем вам счастья, здоровья! Оставайтесь такими же красивыми! Не болейте, наши дорогие мамы! С праздником вас! Итак, задание выпить первым 2 стакана воды, и кто победит, короче, получает годовой запас воды. Давайте. Внимание. Победа близко, я к ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Еще до старта далеко. А теперь извиняюсь перед Ириной Сергеевной. Давай. Извините, пожалуйста. Извиняйся. А я тоже не выпил. Это я. Снимай меня. Так. Третье место, первое место. Никутяночка моя, в эти белые края. Я молодец, я тренировался 3 года. И второе место, почти. Я тренировался у вас 8 лет. И третье место. И судья. А судьи, не знаю, были, а тоже стакачи были. Третье место, которое еще не тренировалось. Че, ребята? Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Мама, это красиво. Ой, все красиво.